Так, мои хорошие, всем привет, улики. Людя сегодня более такая натуральная, без ресниц, но со стрелочками и с бровками. Что хочу сказать, тяжелая была неделя, очень тяжелая у меня, потому что закончилась таблетированная химия, теперь у меня выходные до 12 июня. 12 июня следующий курс химии будет. Вот. Ну и у меня была биопсия. С понедельника по среду лежала в больнице. А во вторник мне сделали эту биопсию. Это был страх, паника. Я не знаю. Делали мне, напомню, уточню, биопсию печени. Вот. А когда брали у меня в самом начале, да, мне вырезали опухоль, вырезали у меня 15 сантиметров кишки и чуть-чуть часть кишки отправили на тест, да. Так вот, показалось там тогда адекарцинома G2, вот, и МРТ все показало, что пошли метастазы на печень, печень сильно поражена, она неоперабельна, вот, и что я вам хочу сказать, зачем мы сделали, вот спустя 2 года на химии, да, мы сделали биопсию печени. Зачем она нам надо? Для того, чтобы в дальнейшем мы могли назначить лечение. Для более точного, потому что доктору что-то не совсем нравятся те анализы. Почему? Потому что то, что было назначено химии, 2 протокола впереди, они должны были помогать, они должны были долго сдерживать и метастазы. Все гуд, но пошел сильный рост. Под конец каждого года на химии пошел рост. Ну вот, и мы хотим удостовериться, поэтому мы взяли эту часть биопсии печени, да, для того, чтобы после таблетированной химии мы могли сразу назначить следующее лечение. Вот. А по биопсии печени. Делалась она не под наркозом, а просто обезбол вкололи мне. Взяли мне вот здесь вот дырочка от биопсии печени. Вот, что хочу сказать, что у меня был шок, паника, сжалось все внутри, сжались все мышцы. Потом повезли, надо было 3 часа лежать на правом боку. Ничего не есть, также перед не ела, ничего с утра, и еще 3 часа после биопсии. Вот, ничего не ела, лежала на боку, но когда привезли в палату, стало тяжело дышать, сильные болевые ощущения такие были, вот каждый вздох, выдох, это очень больно было, и прям стонала, прям кричала там, вкололи мне обезбол, через спорт сюда поставили капельницу, и стало легче, заснула, да. Ну, как-то сказали, что как-то такой обычной реакции нету, то есть нормально все переносят. Да, побаливаю, да, ну как-то нормально, а мне прям стало тяжко дышать. Но потом все прошло, все хорошо, утром уже в среду меня в 10 часов уже выписали. Вот, ну и как бы я уже хожу, готовлю кушать, все делаю, все гуд, я это пережила, да. Оно было тяжко, тяжко, но еще поборемся.